Мои дорогие, всем огромный привет! Мы сегодня едем на дачу, собираемся всей семьей. Нам надо там полить, пособирать там овощи нарвать и позагорать. Сегодня классная погода, 30 градусов обещают, и мы решили сегодня все позагорать, съездить на дачу, позагорать и немножко поубираться там. В общем, все, собираемся, поехали с нами. Ну, про балкон спрашивают девочки. Покажи балкон. Я не помню, разве я не показывала вам? Я говорила, что у нас здесь пластиком, а там деревянный. Не сделан там ремонт еще. Я показывала, что вот здесь вот шкаф, да, стоит старый, там инструменты у Юры хранятся. Здесь у нас еще стиральная машина. Коробку, это потом на дачу надо увезти, хорошая коробочка. И здесь вот ковер был, сейчас мы его повезем на дачу. И спрашивали... Вот эта вот сушилка войдет туда, не войдет, чтобы, ну, сушить белье там. Ну, как сказать, войдет, но она много места займет, даже прохода не останется. Потому что у нас там стиральная машина стоит, мы ее с собой забрали, и она у нас пока тут. Мы думали, что здесь не работает. Ай, все, у меня здесь уже бардак. Собираемся, я вещи ищу, что там взять. Привезли, у нас здесь дождик был хороший, посмотрите, лужи, наконец-то лужи, я впервые вижу на даче лужи, у нас здесь всегда сухо. Так, кто впервые, кто новый подписчик, кто мой новый зритель, не пугаемся нашей дачи, у нас дача старенькая, неухоженная, а здесь, здесь цветы садила, ничего нет, ничего нет. Не сильно ухожена, так это у меня как бы папа мой держит для души. Держи, держи пакет. Бабушка делала это варенье из... Из вишни? Нет. Из вишни? Она что-то еще добавляла? Нет. Вишню, малину? Вишню. Да, мне кажется, она говорила вишню. Вот из крыжовника? Крыжовника. А, из крыжовника. Да. Да, заноси там у нас покушать. Газировка, пирожки. Три в одном еще эти, кто они у нас, кофе. Она у нас, видите, не сильно ухоженная. Мы так позагорать. Немножко вот у нас морковка. Морковка, лук, ягодки немного растут. Огурчики, редисочка. Что там? Какая вода? Зеленая стала. Ого! Зеленая стала, крыжовник вон поспел. Вот здесь вот сейчас место приготовим. У меня матрас есть надувной, мы здесь его постелим, будем загорать. Немножко надо позагорать, а то, ну, такие светленькие. У нас Кирилл, да Юра смогла это, а мы с Вадимкой это светленькие. Домик, да, домик у нас тут немножко розовое покрашено. Но оно уже, видите, уже тут отцвело, это я красила. Я видела такие домики деревянные, розового цвета, поэтому я решила так покрасить оригинально. Но сейчас уже, видите, уже все вот наверху тоже было розовое, отцвело все. Сейчас будем переодеваться, мы купальники взяли. Купальники взяли. Юра пошел машину мыть. Мы сейчас, надо будет объяснить. Папа позвонил, сказал, что нужно поливать. Надо огурцы полить, морковку полить, первый лук полить. Это свежий. А вот этот вот уже, который здесь уже надо вытаскивать, скоро будет. Не надо поливать. О, яблочки красные. Так, давайте сейчас покажу вам. Если они это кисленькие. Они должны быть полностью красные, без зеленого. Это такой сорт полностью красная. Да, смотри, Кирюшка матрас уже надувает. Видишь, какой красный. А только аккуратно. Да, дедушка сказал, пособирайте ягодки, только аккуратно, крыжовник там колючий. Перчатки можете, говорит, прорезиненные взять и в этот... Собирать, как сказать, ну, в кружечку. Собирай, хочешь, так, собирай. Так, мне надо самое главное полить вот огурцы. Огурцы попозже немножко буду поливать. Наверное, домой поедем, будем поливать. Там 4 ведра надо полить. И огурцы. А, да, надо редиску, лук нарвать, огурчики пособирать. У нас там огурцы, пойдемте посмотрим, есть, нет. Должны быть, дедушка говорит, когда уезжал, много было еще. Да, даже это мокрое
Так, дойти бы. Ой, новые растут, новые. Ну, дедушка молодец. У нас две грядки огурцов. Так, пока не вижу с той стороны, наверное. Вот огурчик. Огурчики. Вон огурчик. В общем, потом надо будет пособирать. Вода что-то у нас зеленая. У нас, кстати, есть скважина. В том году сделали. Вот так не было вообще. Вода плохая была. Ну и сейчас-то не очень. Хоть поливаем сейчас всегда. Ой, здорово. Так, блин, классно. Непривычно так видеть свою дачу мокрой. У нас на возвышении дача. У нас всегда сухо. Ну, такое место не очень. Всегда сухо. Вадим, иди сюда. Или ты пока ягоды собираешь? Ладно. Ладно, надо раздеть мне вас. Переодеть вас. Кружечку сейчас принесу. Надо переодеть мне и самой переодеться. Позагорать немножко перед поездкой на море, а то в Белые приедем. Там где-то. Так, вот у нас еще огурчики. Видите, ничего не выросло. Я больше вообще садить цветы не буду. Это не мое. Не умею, не надо лезть вообще. Не надо лезть. Так, вот здесь вот. Да, вон огурчик есть. Его на огурчик надо будет сорвать. Его на огурец большой. Блин, классно так. Юра, можешь сорвать вот этот огурец? Вон какой большой. Мы сейчас сразу его съедим. Смотри, какой огромный. И там еще Юра. В общем, вот здесь две. Юра, два ведра. Сильно не смейтесь, я в Панаме. Это вот мне тоже приходила Панама с Василька. Давно уже. Ой, солнышко, без Панамы никак. А здесь у меня шляпка была, соломенная шляпка. Я ее потеряла, не могу найти. Кстати, про потери, я тени потеряла. Помните, я вам показывала, в Екатеринбург ездили, когда я покупала тени Клоранс. Я их потеряла. Жалко так. Ну, все переискала. Вот во время переезда потеряла. Получается, что мы... Я сложила большой огромный пакет прямо с контейнерами, всю косметику, а пакет этот не закрывался. И мы его как-то перевозили, может быть, вот Юра его поднял, отнес в машину, и может быть в машине он где-то повернулся, где-то наклонился, а Юра не заметил, там выпало и все. Ну, в машине-то точно нет. Из пакета я вроде бы все доставала, все вытаскивала. Ну нет, нигде все. Жалко, конечно. Такие классные были, и все потеряла. Ну, там я попользовалась так хорошо. Вот эти вот у меня там розовый оттенок, бордовый оттенок был. Я ими хорошо попользовалась. Ой, здесь такая красота на даче. Сейчас мошек сильно нет. Ну, правда, Вадимку немножко покусали. Вот здесь вот он пошел, майку надел. Он сейчас ходил в этих, в трусиках, в плавках ходил. Ее немножко укусили. Он пошел, оделся обратно. Говорит, мама, хватит, меня кусают. Хотя у нас здесь этот, мы, он там у нас дымит. Это у нас... от стиралька от комаров. Подожгли, но комаров-то нет, так от мошек. Вот немножко сейчас надо будет потушить, домой поедем. Жара, наверное, скорее всего, больше 30 градусов, потому что вообще невыносимо жарко. Это вот нагрелась. Кстати, матрас надувной, такой классный. Ему столько лет, покупали в Галамарт, а ему уже столько лет. И вообще на матрасе, на этом, на надувном. Вот эти, как ложишься и как в облаке, прямо так мягко, так классно. Мы сегодня хорошо надули, об землю не задевает, моя попа тяжелая. Нормально все, тут лежу, загораю немножко. Но все равно хочется немного позагорать, чтобы мы там не выделялись на море, а то приедем, как сразу понятно, что из колхоза приехали белые. Ну, Кирилл-то смуглый с Юрой. У Юры только ножки такие светленькие немного, а так-то он смуглый, весь Кирилл смуглый. Как будто там на море и были постоянно. Мы с Вадимкой, у нас кожа белее. Вот мы загораем. Ой, красота. Мы насобирали уже урожай. Наш небольшой хоть, но все равно пособирали. Там вроде бы Юра сказал, 5 огурчиков или 6 снял. Морковочки, лук нарвали, укропчик. Петрушку забыла, кстати. Петрушку и редиску надо еще мне нарвать будет. Ягодки немножко пособирали. Так что классно все равно. Пусть она у нас такая... не сильно ухожена, маленько растет, и ладно. Я говорю, папа мне хочет для души. Естественно, можно купить нормальную, которая с водой и все, но это тоже деньги. Этой же нашей, этой даче, сколько же лет? Мы же жили в своем доме.
Не помню, до скольки лет. До 10, что ли, лет я жила в своем доме. Да, примерно где-то. Потом наш дом снесли. Сейчас на этом месте магазин находится, где нас снесли, ну, где родители живут, да. И касается кто-то. И мы сразу купили дачу. Родители купили дачу, чтобы... Папа без земли не может. И мама ездила, все ездила. Вот она года 4, наверное, не ездит. У нее как давление начало. Высокое очень, да, бывает. Сейчас, конечно, пониже встала, поменьше. Таблетки какие-то ей назначили. Ну, в принципе, хорошие таблетки ей назначили. Но у нее иногда ножки отекают. Не отекает, а внизу, там, где вот... Обувь ты надеваешь, там немножко отекает. А так таблетки очень хорошие, очень хорошо снижает давление. Вот у нее как стало давление, она перестала ездить. Папа один ездит. Папа не может без земли, ему надо копаться, что-то делать. Я просто помогаю, езжу. Я не садовод вообще. У меня даже цветы не растут. Вообще не садовод. Я признаю это. Да, не умею ничего этим заниматься. И особо нет желания. Просто помогаем папе. Папа что сказал? Да, я сделала. Папа что сказал? Мы сделали. Приехали, сделали. Полили, покопали, дорвали. И все, и домой уехали. Что надо, делаем. Папа сказал, что никогда не бросит. Пока жив будет, пока ноги ходят, он говорит, я никогда не брошу. Вот поэтому воду провели в том году. Мы хотели, у нас же в том году был бассейн. В бассейн, потом он у нас немножко лопнул, мы его подклеивали, он опять сдувается. Но не стали в этом году покупать бассейн, потому что вода не очень бежит. Она немножко, знаете, такого цвета, как асфальт. Вот бежит, там сказали, пробежит, потом нормально будет. Надо было еще глубже делать, но глубже нельзя, говорят. Глубже нельзя, там уже как считается, блин, я не знаю. У нас сколько же метров-то? Немного, 30 что ли, 30. Некоторые, конечно, делают 60, и еще больше делают. Там, да, чистая вода бежит, но нельзя. Сказали, нельзя, вот кто делал. Вообще, как бы и закон такой есть, это государственная, там вода дальше бежит уже чистая. Ее только за денежку. За денежку, если да, можно. Поэтому вот какую сделали, такую, ну, как все делают соседи, мы такую же сделали, и она не очень подходит для бассейна. Тоже не очень. Так что вот поэтому и в этом году не стали мучиться. В этом году еще на море поедем, так поэтому не стали бассейн покупать. Так и хотела большой. Большой. В том году у нас столик есть со стульчиками. Мы ставили здесь, вот делали у нас праздник какой-то же был, мы отмечали. Пикник делали. Да, в этом году тоже, наверное, сделаем пикничок. Столик, стульчики привезем. И тогда фрукты, овощи брали, салатик, шашлычки в другом месте делали, привозили. В общем, вот. Ой, я мокрая, потираюсь постоянно. Жарко. Ладно, пойду полежу немножко еще и поедем домой. Нам надо дальше уборку делать. Надо стенку всю вот эту вот деревянную, пока мы ее не выбрасываем, перемыть потом вот это в прихожей. Этот называется это угловой шкаф, то там тоже надо его весь перемыть. Я не успеваю, потому что мы сначала одну комнату там перемывали, потом другую. Вот. А сейчас вот у меня шкафы вот эти остались, рука устала. Сейчас осталось шкафы перемыть. Пропылесосили, в этой столовой мы этот ковер уже пропылесосили хорошо, диван пододвинули, все там подмели, там опять был кошмар, я даже снимать не стала, сколько там было, там вот такой слой был пыли. Юра даже там подметал, не я, Юра говорит, давай я сам, а то там, ну, паутина была, я визжу, он мне там все убрал, вот этот вот дихлофост у нас был, там мы все набрызгали, мы сейчас туда положили, в диване там место есть, мы положили обувь зимнюю, привезли, туда сложили. В общем, потихоньку все доведем до ума. Я имею в виду, сначала уборочку надо до ума довести, да, прибрать там все хорошо. А потом со временем, как накоплю деньги, и этот, кто он? Ремонт начну делать. Блин, солнышко, кайфушечки. И вот как называется наш матрас, если кому интересно. Вон индекс. Они, мне кажется, сейчас есть разные размером. И мы плавали на нем, брали его на этот, на озеро тоже на нем классно. Купаться купались под присмотром Юры. Пошла это немножко ополосну себя водичкой. Это жарко. Ягоды Юра вроде пособирал. Нормально. Везде вода-то какая у нас. Непрозрачная. Хорошо. Ох, какая красота.
покрасил, что ли, папа? Я даже не видела. Да, наверное, покрасил. Купальники бегают. Соседей нет. Никто меня не видит. Никто не напугается. Все, мы поработали, отдохнули. Едем домой. Закрываем дачу. Матрас еще с собой взяли. Надувной. Может быть, завтра на речку поедем. С подружкой, с ее мужем и с дочкой. Они на такси. Как раз в Звезду, если что, поедем. Они на такси, а мы на своей машине. Мы тут заехали на болотинку, потрогали воду. Юра говорит, теплая. Может, завтра поедем на речку? Теплая, так это в начале. Это в начале теплая. Тут немножко теплая, да? Может, сегодня еще прогреется, если дождя не будет. Охота на речку съездить. Домик такой старенький. Сюда мы ездим с заказом.